обстановка? На нас очень злые в Бенгази. Мы должны пообещать, что Кобин вернется живым. От него есть польза? Да, он меня достал уже. Он как заноза в заднице, но его знания нам пригодятся. Будь на связи. Кстати, Сэм, захочешь улучшить самолет, обращайся. Здесь большой простор для творчества. Браво, Грим. Мне надо разобраться с тем, что мы узнали. Будь на связи. Грим. Сэм. Что-нибудь новое о той операции? Высокий приоритет. Чем дальше, тем выше. Станция радиоперехвата в Кашмире регистрирует сообщение о контрабанде. Что они пытаются перевести? Ядерный заряд. Спасибо за... Откуда не ясно, но если это так... То нам надо действовать. У них база в Каргиле, рядом с границей Пакистана. Полиция подкуплена ими. Значит, не привлекаем полицию, а сразу действуем. Ты только грим достаешь или есть другие дела? Ищу инфу на наших друзей. Попросил приятелей кое-что нарыть. И это не обнаружилось, Амай? Не знаю, но скоро выясним. Есть один беженец из Пакистана, сейчас живет в Йемене. Он оставил для меня посылку там в посольстве. Посылку? Он не доверяет технологиям? Не с такой штукой. Он сообщил, что за ней идет охота. Ты доверяешь ему так, что отправляешь меня туда? Ну да. Да, доверяю. Тогда отправляемся. Грим, пакет у меня. Откуда их тут столько? Посольство кишит инженерами. Кажется, они ищут то, что ты перехватил. Вытащишь меня? Только когда бой не прекратится. Придется продержаться. Из подходящих укрытий ближе всего к вам монте заграждение. Принято. Встречайте гостей. Обстановка.
тут никого. Там в твоем секторе? У меня ничего. Убитый, не зевайте!
У нас убитый. Найдем этого парня. يلا نمشي. المكان أمان هنا. Поможешь мне? Вперед! Тут пусто. У меня ничего. Надо разделиться, так искать проще. كان أمان. استمروا في التحرك. Они готовят новую атаку. Контакт с противником через 5 секунд. Есть убитые! Близковато. Алей!
Здоров! أنا شايفه! حلفوا عليه! Сектор чист. В секторе чисто. Понял. Продолжай поиск. Чисто. Через 5 секунд. У нас здесь посторонний. Все живы на поиски. Там еще молчут хана. Харак. Вон туда, вперед!